ну идите сюда, чунгачанги красноухие, непробивные вы какие-то. Я вас и топором, и мечом рубососю, ничего с вами не происходит. А ты что там стоишь, пучишь? Может, поможешь мне уже скорее? А ну, Катюха, разойдись в сторону, сейчас всем жопу надеру, и тебе тоже случайно. Вообще, кто тут костером затушу к чертовой бабушке? Тебе по башке, и тебе по башке, и тебе по башке. А ты не стой, Катюха, помогай давай. Господи, что ж так бить-то много-то надо? Что ж вы не умираете-то, я не могу понять, а? Да, бегите, бегите, смотри, испугались сразу, побежали сразу. Бегите к своей мамочке, вот. У нее под юбкой прячьтесь. Вот имя, вот и валите отсюда! Я вообще не понимаю, что вы сюда тогда пришли, получается, если побегали вокруг костра и убежали отсюда. Ненормальные какие-то. И костер свой заберите. И костер свой этот вообще заберите, ненормальные. А, не туда побежали, вот, они просили тебе передать, да, за ними туда. Ага, давай. Племя дебилов каких-то, не могу понять, а чё они сюда вообще припёрлись тогда? Возле костра потусили, нас даже не били, мы их убить не смогли и убежали просто отсюда. Я не понимаю, ещё и топором вот этим голимым урон даже не наносит никакой. Слушай, а я тогда что-то тоже не поняла. А почему ты сам их не мог прогнать? Они вон какие-то пугливые. Ты вон целую эту самую ораву охотников хотел позвать. Это хорошо, что я там оказалась. Я вот тебе помогла. Если б не я, что бы было, слушай, конечно. Ну в любом случае, хорошо то, что мы так легко с ними справились, а? Я-то думал, сейчас такая война здесь будет настоящая. А оказалось то, что вот так вот просто. И они сразу сдрыснули вот отсюда жоп. Шура! А чё за мамина мама здесь произошла-то, а? Пока нас не... Так, мне тоже интересно, что это вообще такое и где мы находимся. А где яйцо? Шура! Подъём, ядрить, колотить! Ты яйцо просрал! Кузя, вот, а где Кузя, Шура? Они забрали яйцо! Да это я вижу то, что они яйцо забрали! А где Кузя? А где баба Кузи? И куда они яйцо забрали? Я не помню, что произошло. Я бежал, потом услышал взрыв и потерял сознание. Офигеть, оставил тебя охранять яйцо. Шура сознание потерял и нифига не помнит. Прекрасно, а что нам сейчас делать тогда? Ни яйца, ни Кузи, ни бабы Кузи нет. Так вы оба, может быть, объясните, что здесь происходит? Да что тебе объяснять? Тут был Кузя, ты сейчас сгоришь, вот это, тут был Кузя. Кузя себе бабу нашел, а у них яйцо появилось. Вот это вот, как вот, мило! Вот именно! Кузя уже скоро отцом станет! А пришло вот это племя каких-то древних вот этих бабуинов! Не забрали у них яйцо! Погоди, так Кузя же сам ребенок, у тебя он же вот недавно появился совсем. Ну так я об этом же говорю, то что Кузя еще ребенок, какие ему дети? Это получается то, что я скоро дедушкой стану. Ну ладно, молодежь она нынче такая, вот это в 13 лет уже рожает, поэтому нормально. Шура! Яйцо где? Да я не помню, да я тебе говорю, я не знаю, что произошло. Ну ладно, погнали тогда искать яйцо. Что еще делать-то? Нашел ты мне проблемы на жопу, Шурик, я тебе честно говорю. Так, ладно. А Кузя с его бабой тоже, получается, куда-то улетели. За яйцом, походу, полетели. Ладно, пойдем тогда в город, будем зацепки какие-то искать, будем по следам идти, вдруг мы и Кузю найдем, вдруг мы и яйцо найдем, не знаю. Пошли давай. Ой, ну я за Кузю с бабой Кузи так рада, конечно. У них, наверное, такие прекрасные детишки будут. Но, правда, они сами еще дети. А это что, получается, я бабушкой стану, что ли? Получается, да, ты уже бабушка, я уже дедушка. Рано у нас как-то внуки плывут. О, здорово, пацаны, здорово. Жалко, что со мной не пошли. Там такой замес крутой был. Я его просто, говорю, глаза на жопу натянула, там перевернула. Ну, в общем, как вы меня и учили. Кому ты глаза на жопу натянула? О, Катюха, привет, ты где была? О, ты где пропадала? Да я вам говорю, там, говорю, такой замес классный был, там эти чунгачанки красноухие, короче, прыгали, мы их топорами били, ну, короче, говорю, очень жалко, что вы не пошли со мной, в следующий раз идите обязательно. А может, мы не будем отвлекаться на каких-то охотников, а пойдем дальше дела сначала сделаем, а? Ну, подожди. Чё, пацаны, я тогда пойду? Ага, все, давайте, вот вы с нами не пошли, вот такое вот и пропустили, все, в следующий раз надо будет идти. Останься здесь, останься с нами, Катя, оставайся. Но меня пацаны просят остаться с ними.
Ты что, ненормальная? Кать, у нас дела, пошли давай! Ты же мне вот это согласилась помочь, давай за мной! Блин, пацаны, простите, вот это, я в душе с вами. Вернусь потом, все, пока. Так ты определись до конца, ты со мной идешь или с пацанами остаешься? Эй, блин, пофиг, с тобой иду, пошли спасать яйцо твое. Господи, пошли яйцо спасать, все, давай, ну, пожалуйста, я тебе говорю, не отвлекайся, и ты, Шурик, тоже не отвлекайся, идем, яйца спасаем, и все, и после этого сразу же у нас... А че коров-то так много в городе, я не понимаю, а? А мы точно в твой город вернулись, или в какое-то поместье коров? Так, кузнец, а что здесь произошло за эти полчаса, пока она в городе не была? Это что за коровий апокалипсис, я не могу понять, а? Ловите их, дети, ловите, не дайте им уйти! Господи, что здесь происходит у вас? Я как не приеду, так просто какая-то чума. Да потому что дурдом в этом городе с этими коровами ненормальными. Кузнец, этих коров сейчас вот это в космос отправлю. И тебя в космос отправлю. Это получается, чтобы вместо того, чтобы нам помогать, мои проблемы решать, ты с этими коровами сюсюкаешься каждый день. Что это за фигня, кузнец? Да ты что, совсем бесстрашный? Совсем очумел, что ли? Ты в этой жизни от меня больше ни капли молока не получишь, молокосос! Да и нафиг мне сдалось это твое молоко, кузнец! Вот тебе сколько надо? Иди сюда, ты попашки, это сколько? Мальчики, не ссоримся! Блин, два взрослых мужика, что вы тут устроили из-за коров каких-то? Ну-ка угомонились, быстро! Да потому что он почти лучшего друга на коров каких-то готов променять. Не нужно мне твое молоко, кузнец! Заберись. А ты тоже посмотри, что у вас в городе творится. У вас коровы тут вообще просто везде, везде, на каждом углу. Даже в воздухе уже коровы летают. Ну что ты предлагаешь, а? Да потому что надо по-взрослому проблемы решать. Ты и ты встали рядом, быстро. Да уберите этих коров уже. Все, ты больше чтоб про молоко свое никогда в жизни мне не говорил. Чё? Компромисс. Кузнец, у тебя поводки есть? Есть поводки, кузнец! Да! Ну вот и все, поводки. Давай мы, значит, тебе помогаем коров собрать, а ты нам помогаешь яйцо найти. Вот так решаются проблемы. Все, договорились? Мы коровы, ты яйцо. Заметана. На поводки своей бабе тоже их дай. Слушай, а за бабу получишь? Я тебе сейчас за бабу между глаз пропишу, вот это кузнец. На, баба моя, где моя баба? Иди сюда. Вот, на, поводки держи, коров давай собирай быстро. Господи, да отойди ж ты, Нюрка, или как там тебя? Коров собирайте, встречаемся у тебя дома, кузнец, давай! Нютка, Дютка, Анастасия, как вас там зовут, мне вообще без разницы, идите домой сюда быстро. Двери открывай, открывай двери, чтобы их туда затащить, а еще лучше выломай их, черт твоей бабушки, потому что они так не пройдут. Запихивай их внутрь, то есть, Катюх, ты там тоже не отставай. Господи, да вы-то подвиньтесь так, это кузнец, они не проходят там внутрь, вот туда. Сломай двери, сломай проход, давайте заходите. Сломай стену, кузнец. Что у тебя... Проход-то такой неудобный. Вот, все, другое дело. Заходим. Потом кузнец отремонтируешь. Не толпимся. Не толпимся, проходим. Очередь не создаем, коровушки. Сейчас я вот разнесу здесь, черт твоей бабушки, вот это все. Давайте внутрь. Давайте, Олеся, Алена, проходим. Господи, откуда я знаю имена этих коров? Ты же понимаешь, кузнец, то, что всех коров мы сюда точно затащить не сможем. Вот, большинство. Господи, куда я залез? Череп какой-то. Забери обратно череп. Вот, все, зашли вроде все сюда. Там дверь заделай, еще половина коров на улице тогда под... Вот, уйди отсюда. На улице тогда останется. Все, мы свою часть договора выполнили, теперь твоя часть, кузнец. Ну, рассказывай, чем вам помочь? Что, все заново, что ли, рассказывать? Кать, иди сюда! Ой, на меня эти коровы уже надоели, мне этот прям уже в башке стоит. Фу, вылезла. Опять все заново рассказывать. Короче, кузнец, вот этот Кузя... Бабу себе нашел. И они сына запердохали. Я теперь дедушка получается. А какое-то племя недоделанное яйцо у них украло. И вот сейчас мы ищем Кузю, потому что он куда-то пропал. Кузя. Так он пропал или он здесь над нами летает, я не могу понять. Так это у тебя надо спросить, это твой же сын. Ну
тогда побежали за Кузей, давайте, это чё получается, то что я его последние полдня ищу, а он просто у меня над башкой пролетает и летит куда-то вот в ту сторону, давайте все за мной, не отставайте! Непослушный сын у тебя какой-то. Ты куда улетел, балбес, в первую очередь? Чё произошло в пещере во вторую очередь? И почему Шурик без сознания там лежал в третью очередь? Где яйцо, Кузя? И ушел. И просто ушел. И мы с тобой день не виделись. Я уже думал, ты умер где-то там, Кузя. А ты просто ушел. Ты даже привет мне не сказал. Отцу своему тогда получай. Вот оно чё. А вот и наше яйцо. Идите сюда за мной, только держитесь за моей спиной, оружие приготовьте. Топоры берем и просто рубасосим всех. Ты подожди, перед тем как рубасосить, подожди. С наступающим, вы яйцо по-хорошему Чунга-Чанге верните, и мы разойдемся. Ты каким с наступающим, уже с наступившим? А, да, в смысле, с Новым годом, Чунга-Чанге, яйцо отдали. Кого? Ты чё, ты на нашем, на человеческом языке разговариваешь? Это чё за фигня? Я в душе не понимаю, чё ты говоришь, честное слово. Как с ним нормально поговорить, а? О, так это язык древних чебупелей. Так мы в школе его изучали, я его даже немного помню. Каких чебупелей? Кузнец, ну в смысле, ты с ним поговорить что ли можешь или чё? Ну тогда иди разговаривай, спроси его, чтобы он свои яйца нам отдал. Вот это яйцо у Кузи, иди давай говори. Апекрапка. Слушай, ну я всегда знал, что кузнец не с нашей планеты, что его случайно из космоса к нам сюда прислали. И, ну то, чтобы он настолько странным был, я даже не ожидал. Кузнец, а давай этот побыстрее, хорошо там, чтобы мы просто яичко забрали и ушли отсюда, ага? Такое ощущение, что они там уже поход в сауну совместный обсуждают, а? Давай уже быстрее выкладывай. Они говорят, что это их яйцо, а не твоего дракона. Сумасшедшие, что ли? Это яйцо Кузи! Они с пещеры, из пещеры собаки украли это яйцо! Иди им скажи еще раз то, что это наше яйцо, и мы не будем отдавать им его. Они говорят, что Кузя и его баба украли их священное яйцо племени чебупелей. Оно передается из поколения в поколение уже 1000 лет. Это их символ. Да какой ты... Вы что, не нормальный, что ли? Какой символ? Вот это Чунга-Чанге, это... Кузя, это же твое яйцо. Скажи то, что это же твое яйцо. Это яйцо моего Кузи и его бабы. Кузя, иди им скажи то, что это твое яйцо. Это же твое яйцо тогда получается. Кузя, это твое яйцо, Кузя? Кузя, это же твое яйцо! Они же неправду нам говорят, то, что ты его украл, да, Кузя? Кузя! Ну, у нас тут, получается, небольшое недоразумение получилось. Ах, собака эта летающая с крыльями, господи, спаси. Мы все искренне у вас просим прощения. Мы не знаем, кто вы такие, мы ваши чувства оскорбить не хотели, яйцо ваше забрать не хотели. Я просто думал, то, что я скоро дедушкой стану, это оказалось то, что это ваше яйцо. Мы просим прощения, разворачиваемся и уходим, ага. Я не понимаю, что вы пишете. Простите меня, пожалуйста, это кузнец, переведи, что он написал. Он тебя засохшей какашкой мамонта назвал. Прям какашкой? И прям мамонта? Ну, там немного грубее было, конечно, но я просто не хочу материться. Ага. Но мы перед вами еще раз извиняемся, просим прощения, уходим и разворачиваемся, уходим с наступившим. Вот это хорошего вам нового года, ага. Я не понимаю, кузнец, переведи, что он сказал, а он попрощался с нами? Он сказал, что сейчас тебе задницу надерет. Да не стоит себя утруждать, не, ребят, не надо.
надо никому задницу надирать. Мы просто отсюда свалим, ага. Ноги в руки и сваливаем отсюда, ребята, быстрее! Ребят, вы все неправильно поняли! Это мой сын, балбеса, кусок! Он не хотел чужие яйца воровать! У него свои должны быть! Ну, в смысле, от его жены будущего! Господи, не обращайте внимания, валим отсюда, коров своих забирай, кузнец! Теряемся в коровах, теряемся в коровах!